Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush Frontiers. Так, ну давайте теперь на Iron попробуем пройти вот этот левел с инвизерами этими погаными, которые меня бесят. Они такие бесючие, бесючие, колючие, аж прям хренючие они. Ага, и ребята, здесь у нас предлагают играть лучники и... Лучники и этот самый. И, короче, остановители, да? Так, ну давайте тогда думать насчет расстановы. Давайте тогда думать насчет расстановы. Ну, допустим, вот так вот, пока мы тут. Тут такая мощная заслонка. Что делать здесь, вопрос. Ну, однозначно, надо тоже как-то ставить. Да пусть они так и стоят, на самом деле, как вот они стоят. Вот, здесь тоже лукарей, лукарей. Как быть вот тут? Ну, наверное, я поставлю вот так вот. И поставлю... Ну, как-то вот так. Ну, ладно, попробуем пока такую расстанову. Давайте пойдем постепенно грейдить всех по порядку. Вот, скажем так, не совсем удачное, конечно, тут сочетание вышек нам дается. Не то, которое я люблю, но что поделать. Будем играть тем, чем, как говорится, нам говорят играть. Так, есть, проклацали на второй уровень. Ну, давайте теперь будем, как бы, сначала лучников апгрейдить, а потом всех остальных. То есть все-таки лучники более ценны, ну, они дэмэдж вносят, да? Чем они будут быстрее вносить дэмэдж, тем лучше. Да блин, что я этот... Так, ну все, поехали, волна. Волна, напоминаю, тут одна на героике. Ой, на айроне, то есть. Вот, ну и основная проблема, это как раз будут у нас инвизеры. Так, ну ладно, вот, собственно, и они. Ну вот, кстати, радует то, что, видите, они как бы тут сразу свой инвиз прокастуют. И тем самым, когда они здесь выходят из инвиза, их уже щелкают хорошо. Так, 150. Вот здесь то же самое, да. Вот правильно я сделал, что расставил... несколько этих, несколько вот таких вот башен, не башен, а этих, ну, в общем, задерживающих, в общем, воинственных. Сколько, кстати, стоит грейд? Грейд стоит 160, ладно, сейчас я буду все поднимать вышки, в первую очередь вот эти, потому что через них у нас инвизеры проходят. Вот, надо с ними как-то бороться. Поэтому давайте вот так вот. Не, ну в принципе пока начало хорошее и многообещающее. То есть мы вроде бы как справляемся хорошо. То есть расстановка, я так думаю, правильная и имеет, ну, право на существование, скажем так, да. Вот, так, все, отлично. Дальше сейчас пойдем 230 апгрейдить наших этих. Так, вот тут вот немножечко надо помочь пацанам. Пацаны, держитесь, пацаны, вообще, ребята, держитесь. Так, ладно, 230, поехали грейдить. Поехали грейдить. Так, ну, более-менее адекватно, адекватно отстреливаем. Вот, более-менее хорошо все. Сейчас я еще вот эту башню, чтобы она сюда начинала сразу задевать. I'm the study practice. Так. Так, так, ну, вроде бы как адекватно. Смотрите, все инвизеры в начале пути прокастовывают свой инвиз. И из-за этого они не могут как бы пройти, ну, в инвизе, собственно, дальше. То есть нормально, мы тут везде грейдимся. То есть кроме инвизеров, все остальные это так, шелуха, это не вышка, ну, это не угроза. Так, вот тут вот я что-то вижу большой поток инвизеров, надо их как-то бы подсократить, вот, потому что ну нафиг, вот, все отлично. Ой, а у нас здесь еще поток. Так, ну ладно, это все ерунда, тут разберутся, они уже с прокастованным инвизом, я так понимаю. Блин, хотя на самом деле опасно выглядит здесь эта волна.
Не, ну вроде как они быстренько... Ой, а у меня здесь одна вышка не поднята. Вот я краса, я уже там апгрейжу, а у меня пока тут еще беда. Сейчас повыносят. Вот, там пошли бегемоты. Нормально. Все выносят нормально. Так, можно на самом деле тут поставить этих в грейд. Так, стоямба, куда пошли, блин? Ну, благо у инвизеров одна этот. Так, ладно, давайте, наверное, сейчас пока доапгрейдим всех лукарей уже. Да, а теперь пойдем уже апгрейдить этих в рыцарей. 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 Ну, а тут, кстати, можно... Ну, в принципе, мы лукарей всех заапгрейдили, так что чё бы нет. Да, естественно, можно. Freedom! Вот, видите, пошли инвизиники. Так, героя, наверное, надо отвести подальше, потому как он... И вот тут вот на всякий случай иметь этот заставу. Так, ладно, давайте этим всем даем апгрейд. Вот, более-менее нормально, все справляются все. Death is fly. Или что он там говорит? Что-то там дай. Death is fly. Так, ну герой четенько кастует, вообще красавчик. Красавчик, герой. Так, ну мы походу прошли даже без кастования этой, без кастования заморозки. Вообще изи. Easy peasy, lemon squeezy. Так, ну что-то прокачивать этим я особого смысла не вижу. Тут они сейчас и так сами тут все выносят, так что все нормально. Все нормально, нехорошо, неплохо. Блин, ну давайте это как-то ускорять. Вот так вот хотя бы. Во! Все, ничтячок. Victory. О, 247 гемов. Учитывая, что мы не тратили заморозку, это чистый плюс. Вот мы и отбили как бы те минусы, которые у нас были до этого. Ну, может, не полностью отбили, но тем не менее. Хорошо. Так, айрон есть. Ну что, нам осталось один уровень пройти, и дальше будет новый. Хорошо, идем. Прям так закончили эти дела. Давайте этот тогда на героик. Посмотрим, что это за уровень. Так, посмотрим, чего это за уровень. Где у нас проходы? У нас тут два прохода, да? Соответственно. Так, что можно строить? Строить можно что угодно. Дракон лежит. Так, ну ладно, давайте начнем стандартно. Магами получится, не получится. Это уже другой вопрос. Начинаем пока стандартно. Ой, 200 стоит раскопать. Ну ладно, я раскопаю, мне не жалко. Это все равно надо будет делать. Ну тут прям, смотрите, у нас ровно денег хватило, чтобы все застроить. Так, ну где-то герой должен быть, я так предполагаю, здесь. А второй отряд должен быть здесь. Так, ну естественно, первую волну мы снесем и... Изи, тут ни инвизеров, нифига. А, кстати, этот же дракон будет взлетать и тут поджаривать. Ну, он когда поджаривает, вышки как бы перестают стрелять. Вот его в чем прикол. Там такая еще тема есть. Так, отсюда летуны, давайте. Отсюда летуны, давайте, давайте. Ля, кстати, мы по... Не, магами тут так не получится, походу. Или получится? Не, не получилось. Не, тут точно не магами надо играть. А как же здесь надо играть? Тыкс, а как же тут надо играть? Когда дракон улетает, у него можно воровать золото с пещеры? Ха, интересно. А как его воровать? Просто щелкать туда или как?
Ля, прикольно, я этого не знал. Так, ладно, давайте тогда попробуем поиграть моей второй излюбленной тактикой. Суть которой в этот самый. Суть которой, короче, в бомбардах. Не, ну бомбарды бомбардами, подождите. Нет, так не получится. Бомбарды здесь, здесь же летуны будут идти по всем направлениям. Вот, а как же тогда быть? Как же тогда быть? Так, ладно, давайте попробуем тогда через лукарей поиграть. Попробуем поиграть через лукарей. Через лукарей. Ну, допустим, вот здесь два лукаря, да? Вот здесь тогда мы ставим задерживателя, допустим, да? Вот тут в конце давайте мага поставим. А вот здесь еще одного задерживателя. И героя. Так, тут что будем делать? Тут давайте тоже, пожалуй, вот тут вот мага поставим, а вот здесь задерживателя. Так, ну более-менее, да? Так, тут у нас кто будет? Задерживатель. Пусть идет сюда. Так, теперь, ну вот здесь однозначно задерживатель, я думаю, must have будет этот, и мы их ставим сюда. Сюда давайте лукаря, сюда давайте мага. А тут вот в центре, кстати, можно вот эту реально бомбарду поставить, да? Вполне на самом деле. Вот такую вот шляпу. Ну, не знаю, не рискнул ли я, не перебыковал ли я. Ну, фиг знает. Попробуем. Она фигачит нормально, кстати. О, смотрите. А сколько я у него золота-то наворовал? Что-то я ничего не понял, сколько я у него наворовал. Ну, ладно. Куда? А, я не туда немножко стрельнул. Так, ну ладно. Не, пока, кстати, пока сейчас лучше. Лучше первая волна у нас прошла. Заметно лучше. Так, ну я не глянул, там что-то я у него воровал, но что-то мне, по-моему, это не до... ну, ничего не добавилось. Вот, как я понял. Да, ну эта волна у нас прошла более-менее. Не, ну понятно, этих летунов тут, они не долетят или пролетят. О, дракон улетел. Да фак, ну чё вы не стреляете? Блин, пока этого дракона... Ой, господи. Ой, мазафакерный я он. Опять расстанову делать. Так, ну мне показалось, все более-менее нормально было. Единственное, мне кажется, зря я все-таки вложился в эту штуку. Вот тут вот можно поставить на самом деле, знаете, кого? Лучника. Если у нас вот здесь сдерживатель, тут лучник, а вот тут маг. А тут, смотрите, давайте даже раскопаем вот этого. Поставим как бы вот тут вот сдерживателя, да? Вот здесь мага, а вот здесь лучника. Можно, наверное, еще вот эту раскопать шляпу. Блин, ну мне так хочется бомбарду иметь. Ну ладно. Ладно, с бомбардой пока-пока-пока-пока бомбарда, пока... Пока с бомбардой, короче, ждем. Не будем пока ее ставить. Давайте, поехали, лучники. Первая очередь, которая будет апгрейжена. Потому что у нас пролетели летуны. Вторая очередь апгрейдов — это маги. Кстати, вот здесь надо поставить тоже задержку. Вторая очередь апгрейдов маги. Все, денежки кончились. Так, ну давайте еще разок пробовать. Герой, ты давай куда-нибудь сюда подтягивайся, тоже нормально будет. Freedom!
Я не знаю, что-то мне добавляется. Вроде сотку добавили, но это может быть за то, что я кого-то там убил. We enforce. Так, маги, маги. Ваша вторая очередь грейдов. Ну, кого-нибудь убей. Ага, во. Блин, ну это ж писец какой-то. Просто я в шоке. Как они пробиваются. Так, ладно, маги, 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 маги все загрейжены. Давайте теперь вот этих вот наших задерживателей апаем тоже. Все, поехала следующая волна. Так, дракон будет лететь? Дракон? Дракон? Так, ну по идее сейчас летуны не должны пролетать. Ну я так думаю. Вот. Ну, на самом деле, сюда на всякий случай... О, дракон, дракон! Да быстрее же голду у него стыбзить. Вроде постыбзивали. Так, ну да, теперь не пролетают летуны. Все, против летунов мы защитились, ну, здраво. Да, все, летуны не пролетели, все нормально. Так, у меня эти все апгрейднуты? Нет, не все, да, теперь все. Так, давайте теперь... Ой-ой-ой-ой, а вот инвизеры это плохо. Инвизеры это очень крайне плохо, надо их сваливать. Вот, потому что это беда. Беда бедовая. Так, отлично, с инвизерами разобрались. Так, все, лукарип, давайте теперь следующий апгрейд 150 лукарям делаем. Так, ну давайте следующую волну. Более-менее нормально. Так, что, дракон полетит? Ага, полетел, тыбзим, тыбзим у него голдушку. Тыбзим, стыбзили голдушку. Так, ну он тут так себе на самом деле притормозил. Не, хотя почему? Нормально на самом деле притормозил. Блин. Очень даже, я бы сказал, неплохо он притормозил. Очень неплохо он притормозил. Блин, дурацкий уровень вот тут. Просто он идиотский. И он меня бесит еще. Плюс ко всему. Что тоже минус. Минус уровня. Так, все у меня лучники загрейдены. Да, все. Теперь апгрейдим магов 240. Магам даем. Ой-ой-ой-ой. Тут что-то прорыв какой-то. А, инвизер, инвизер, быстрее его убить. Еще одного есть. Еще одного есть. Инвизера затараканили. Так, сейчас вот тут вот надо этот самый. Так, ладно, это все лабуда. Это все разберут. Так, отлично, более-менее. Не, ну что, отбились, отбились, отбились. Нормально, отбились. Отбились, нормалек. Так, следующая волна пошла, пошла. Сейчас надо вот этого вот. Ля, эти те блинкеры, тинкеры, блин. Тинкер, блинкеры. Так, ну я думаю, тут проблем не будет. По идее. Так, 240, давай тебя апаем. Все, маги апнуты. Маги апнуты. Так. Давайте вот эту шляпу надо, наверное, поднять. 320, чтобы она уже как ракетница шандарахала. Так, давайте-ка тут этот самый сработаем немножечко, ну, нашим пушкой. Нашей пушкой сработаем. Ого, а этот-то чувак, мама дорогая. Так, а ну-ка, колдун, давай мы тебя апнем тоже. Давай, 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 родимый колдун. Давай, 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 давай. Так, давай, 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 давай. Да блин. А, о, все. Так, отлично. Снесено. Я, по-моему, у дракона не тырил на этой волне денежку. Ну то... А, вот, дракон улетел. Так, тырим, 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 тырим. Потырили. Так, давайте теперь 230 всех лукарей поднимем в этот грейд, в арбалетный. Вот, и нормально будет. Так, 230. Не, ну более-менее тут адекватно у нас все. О, он еще улетел, еще тырим.
Я потырил у него нормалек. Так, сюда этих чувачков. Так, 230 апаем, 230 апаем. Сейчас вот тут осталось тоже апнуть. Сейчас апнем. Так, что по инвизерам? По инвизерам вроде... Улетел дракон! Тырим, 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 тырим. Потырили. Так. Нормально. Блин, я вот эту башню даже апнуть не могу, пока он улетел. Так, апаем. Все, все лукари у нас апнуты. Так, давайте теперь 160 этим грейд тоже ставить, потому что они у нас слабенькие. Так, слышь ты, транквилизатор сраный. Ты что там кастуешь со своей пушки, а? Так, дракон сидит? Да, дракон сидит. Так, 160 давайте тут апаем. Все, сейчас этих построим. Так, ну что, последняя волна. Как говорится, все, что есть, все наше. Так, давайте этих чувак... Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это беда, ребята. Это может плохо закончиться. Реально, вот инвизеры в начале, это очень хреново. Очень хреново, но мы их отхренячили. Мы сразу их отхренячили. Так, вот этого вот надо сразу задерживать, потому что он опасный. Так, давайте тут этот самый ДМГ по всем сделаем, да? Блин, здесь бы еще эту в 160 апнуть. Не, ну, кстати, нормально. Да, более-менее пол хп на самом деле сняли и ништячок. Так, там инвизеры вот тех верхних, я как бы особо инвизеров не боюсь. Вот, они меня как бы особо не напрягают. Давай, тюк, все, готов, отлично. Ахапку дров, чучмек готов. Так, теперь ты куда идешь? Ты в какую? Ты в эту сторону идешь, да? Давайте, наверное, вот такую вот шлямбурку, да, чтобы ты мог убивать. Но если не этого, этот, ну этого и так мах раскидает тут эти, то хотя бы вот этого шлямбуркой. Хотя нет, вообще изи разобрали. Вашпе изи, по-моему, без заморозок, да? Да, вашпе изи без заморозок, 200 кристаллов. Ну что, здорово. Здорово, великолепно. Шикарно. Вот. Так, ладненько, ребятки, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.